Вас ждут потоки купюр. На 4 знака зодиака звезды обрушат денежный ливень в октябре. Представители этих созвездий закружат финансовый вихрь. Астрологи рассказали, кто в октябре может рассчитывать на финансовую удачу. На 4 знака зодиака звезды обрушат денежный ливень. Телец. Как рассказали астрологи, представители этого зодиакального круга могут рассчитывать на финансовую удачу благодаря воплощению самых смелых идей. Возможны крупные выигрыши, получение подарков. Кроме этого, дополнительный доход может принести хобби и творческие занятия. Откроется денежный канал в ближайшее время для творческих людей. Актеры, художники, писатели и другие будут в плюсе в деньгах. Также материальную поддержку могут оказать друзья. Лев. По словам астрологов, у львов финансовое положение в октябре улучшится. Возможно, получение премий и других видов поощрений. Также есть вероятность знакомства, которое принесет деньги. Покупки наполнят представители этого знака зодиака позитивом. Будет возможность сэкономить, получить скидки. Кроме этого, не исключено, что львам может поступить предложение о более высокооплачиваемой работе. Весы. Как рассказали астрологи, весы в ближайшее время могут получить финансовую поддержку от родственников. Также представители этого созвездия могут заполучить наследство. Возможно получение денег через продажу недвижимости. Новые источники дохода откроются благодаря хобби. Кроме этого, прибыль весам принесут занятия психологией и искусством. Рак. По утверждению астрологов, у раков финансовый успех будет зависеть от партнерских отношений. Звезды предрекают, что удачной будет деятельность, связанная с красотой или искусством. Успешными будут семинары, конференции, где можно узнать много нового и полезного для себя. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!